Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Хороший плохой выбор». Здорово, ребятки. Итак, друзья, сегодня мы с Юрцом прибыли в очередной раз на прохождение интересненькой трассы, которая начинается прямо вот, ребята, здесь. Ну и вкратце правила этого шоу. Начинаем мы на одинаковых машинах, у нас есть надпись «Старт», и, ребята, нам нужно пройти сегодня гоночную трассу. Ребята, самое главное, что время прохождения этой трассы нам нужно будет делать выборы, хорошие или плохие, то есть менять машинки и проходить трассу дальше. Будет интересно, поэтому ставьте лайки. Ну и, Юрка, стартуем мы с тобой на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Кстати, мы неправильно машины выбрали. У тебя на номерах написано Юрий, типа, отдай тачку. Давай. А, реально, реально, реально? Ну, Юрий, почти. Реально, реально Юрий написано. Ну, сегодня кругом знаки. Все кругом. Кстати, о птичках. Ребята, ставьте лайкусики, знаешь, что вам очень нравится это шоу, поэтому собираем 3000 лайков, выходит новенькая серия. Ну и, короче, куда здесь? А, направо все. Такие зоники, как будто гоночный болид, а по факту а нет. По факту, типа, Феррари, как бы, ну, типа, почти гоночный болид. Так, ну, здесь, воу, конечно, узенько-узенько, но пока вписываемся, пока более-менее, ребята, поэтому, надеюсь, вы уже поставили лайкусики и подписались на канал, потому что до ляма на канале осталось буквально вот чуть-чуть. Так, здесь куда? А, назад, все. Понял, принял-то мы сейчас куда? Здесь направо, хорошо. Пока проходим трассу на ура, и елки-палки, ничего себе, здесь, типа, сюда проезжаем. Слушай, ну пока, в принципе, неплохая Феррари, как бы такая, надо, ну, не самая быстрая, но в целом неплохая, как бы. Тем более, что если закладывать поворотики, так вообще получается неплохо. Но мне пока, ребята, очень даже нравится. Я пошел направо. Согласен. Я пошел направо на выборе. Так, что же у нас здесь такое? Так, там можно как-то я пройду? Я прямо. Да, да. Так, что здесь такое? Обещайте. О, джесс, как Юниксека. У тебя-то, а куда ехать-то? А куда? А, наверх? А, это шо? Это то, что я думаю у тебя, да? Это Swiftail, да? Это тот или не тот, короче, не знаю. А что там ломаешь, братанчик? Проезжай, здесь нужно типа сюда, видимо. Так, ну пока иду неплохо, у тебя там Swiftail, да, как я понимаю, это который Макларен. У меня здесь Джеска. Надеюсь, и хорош. Надеюсь, что. О, красивый кульби, ты мужики, есть кто-нибудь убегаете? Не, все в порядке. А Юрка там тоже летит, врезается и не пролетел. Но мне пока нравится. А, залез, не, в смысле, на балкончик. Слушай, ну у меня прикольненькая тачка, но прямо она такая тяжелая в управлении. О, телепех. Так, мы телепортируемся и... май, братан! У-ху! Поехали! Интересненькая трасса у нас здесь начинается. Так, это мы здесь так вот въезжаем. О, здесь, короче... Предположим, поеду сюда. Это та самая! Да? Она что, подлетает или что с ней? Нет, меня ветряк выкинул. Ну, давайте мы продолжим, отсюда. Авторепир! Авторепир. Спаси меня, пожалуйста. А, кстати, не ну спасает, да. Не работает. Реально, не да? Не работает. Ёшкин кош. Так, ну есть пока есть... Воу. Как оно едет вообще? Я не понимаю, что происходит. Так, что здесь у нас происходит? А, куда здесь? А, это типа сюда? А куда здесь? Во, что вообще... А где я? Слушай, авторепит, походу, работает. Хоть закрылки и крутятся, я так, еду. Так, я, короче, упал вне трассы, потом я пока машину ремонтирую, и, ребята, поехали. Что-то где я? А я тоже не понимаю, где я был сейчас, но вроде бы более-менее. Так, это мы сейчас проезжаем туда и сюда, и где... Воу, хорошо. Только не вылети. Меня наебомбали. Тормози, Джеска. Ой, осторожненько. А куда ты? Только ты улетел, типа, или что там у тебя случилось? Я еду в гору, сейчас буду прыгать. А, прилетел, не как было задумано. А, я понял, где ты едешь, да, тебя вижу, но вроде бы. Да, ты так же летишь. Только я засейвил, короче, и прыгнул. Понимаю, не, я, короче, улетел? Да, улетел, получилось так. Окей, все, разгоняемся, сейчас получается. И долечу я? Да, долечу, хорошо. Так, ну пока интересно, получается. Прикольные кино с тобой тачки со своими плюшками. Это нам что там, тут как-то странно. А, ветрячки. Ёпарысы ты, Юра, обернись! Ты летишь в меня, что ли? Нормально. Я почти в себя летел, ты оказался... Да, ты оказался побыстрее, чем я. Слушай, они тоже уплывают. Ты это видел? Всего я видел, плыву, да. Че за шляпа вообще усатая? Самое интересное, я начинал ехать, то оно нормальное было. Че началось-то? Че случилось? А, да, там типа такие кривые закрылки. Блин, ну да, такой себе выбор. Как бы...
Не повезло тебе, да, с выбором. Это был плохой выбор, это явно, да. Так, на самом деле, я, конечно, понимаю, но у меня Джесс Канона, она получше вроде бы будет, но пока даже не знаю. Ну, знаешь, она получше только за счет того, что у меня машина тупо сломана. А так она неплохо едет, на самом деле. Ну, в целом, да, в целом, да. У меня Джесс Канона неплохая, но как бы такая, немножко есть эффект плывучести, да, вот он типа на раз и уплывает. В третьем, я чуть не заметил. А в третьем, а я, ребят, тоже не помню, что было в третьем. Кто помнит, в комментариях можете пока подсказать, потому что я не помню. Да, она хороша. Так, ну, ой, неплохо, мы здесь полетели, здесь мы немножко, а куда я поехал-то, ёпрасоте. Так, ну давай, ты там, в принципе, догоняешь меня, так понимаю, да, поэтому, ой, я не взял здесь, короче, ускоряшку. А я когда еду 300+, у меня скорость, все, я плыву, короче, тупо. А, реально? А на колёсике можно встать, спасибо, куда здесь ехать-то? А, здесь надо было, а, выбор, так, ну давай я теперь пойду посерединке, так уж и быть. А, вот выбор, здесь конты стоят около меня. Окей. Так, здесь и телепек сразу, так, ну я беру, о, дурак нового. Вот. Так, а чё мы, где мы оказались? Go to Michael! Братан. Опа. Так, я беру разгончик и погнали. Ну, это в целом, для нас. Ну, в целом... Не, это херня. Это да. Это не туда. Это не туда. Блин, подожди, а как здесь лучше-то? Здесь типа, ёпарасоте. Блин, я здесь вообще в жердочке, понял, где я? Я вообще прям так себе выбрал место. Ну, ты во вторую вылетел, да, я видел, как-то падал. Да, там уже, блядь, разгоны и типа вот в ту сторону, да? Вот выехать еще как-то надо, чтобы да, прыгнуть. Да, выехать надо, ребята. Самое сейчас сложное — выехать и доехать до Майкла надо, капец. Так, ну в целом, если мы сейчас так вот выравниваемся... Ладно, я доволен. Ты доволен? Так, это мы сейчас туда и... У-ху! Так, ну я вроде как лечу неплохо. Ой, повезло, целом, дурачку. Как реально говорится. Так, на колесики! Абобосики! Так, нормально, и еще раз на колесики. Какие абобосики? Абобосики, которые... Я наконец на трассе. Так, ну ладно, я вроде бы тоже выехал на дорогу. Майкл, который на Вайнвуде, да? Майкл, который на Вайнвуде, да-да-да. Я вот думаю, как легче доехать до него, как будет быстрее. Либо ехать по горам, либо по дороге, либо по шоссе. Это, как бы, нужно выбрать одно из трех, иметь. Так, это там чё, как дела у тебя? Ты смотришь, что пока едешь неплохо, да? Я есть, конечно... Я еду и тоже анализирую, как лучше проехать, да. И что-то пока в целом не особо. Есть идея, которой буду придерживаться, скорее всего, да. Есть идея, которую просто я буду придерживаться. Просто как бы залезть на Вайн вот тоже хорошо, конечно, но... А вот потом туда съехать, да, и как бы не сделать 100 ударов и кульбитов, это тоже как бы такой себе момент очень важный. Вот именно, но, вот именно. Ребята, сейчас нужно... ты поехал прямо так... Ладно, посмотрим. Я не знаю. По другой немножко дороги поехать. Я пойду здесь, ребята, посмотрим. Прямо к Майклу. Ой, я не хотел, извини. Я не хотел. Так, Юра поехал направо, получается. Я поехал прямо, который... Но у меня небольшой был запас в расстоянии. Да, я потом в горы решил не лезть, а по трассе проехать попробовать. А я поехал по дороге, но я поехал, получается, через мафию. Понял, там вот я поехал. Окей. Okay. Потом через аллею звезд, туда я решил, не знаю, правильно, неправильно, я не знаю. Аллея звезд тоже хорошо. Да, там вроде бы такая более-менее прямая дорога, поэтому... Так, я уже в Лос-Антосе, я уже сейчас заехал туда, хорошо, и сейчас я уже буду на... Все, я сейчас заезжаю на шашки, получается, уже, в принципе. А я сделаю сейчас кое-что другое. Что ты сделаешь? Рассказывай. Я хочу полететь. Хочешь полететь? Давай, потому что я уже на аллее звезд... Через весь Вайнвуд! Серьезно, полетел? Полетел, хорошо. А, я себя вижу на радаре, ты появился на радаре у меня. Слушай, я поехал не... Да, я все, я уже около Майкла. Все, я уже около Майкла. Нехай себя, ты в принципе близок. Я немножко не туда, немножко не туда. Ты близок, но чуть-чуть не там. А я сейчас, короче, подъезжаю. Так, Майкл, а че у Майкла? Что-нибудь в гараже у него или что? А, телепорта нету, не, куда. Так, опять искать телепорт, что ли? Ну, давай посмотрим. Так, а что, здесь нету? Второй этаж, может быть, ребята, что-то я пока даже не подозреваю, куда идти. Ну, давай сходим на второй этаж. Может быть, реально здесь что-нибудь находится. Я нашел! Серьезно, где задний двор? Я нашел. Задний двор? Вот оно что. А чё, а где так здесь? Я направо пойду. А ты здесь был, а где вот здесь? Ты... Все, я понял, вот он, я его вижу, да-да-да. Что такое там у тебя, скажи интересно. Мне? Интересно. Так, я телепортируюсь. У меня кое-что болит, как минимум. Я иду туда налево, я не был еще слева, что-то он здесь. Дэвил, поехали. Ну, ладно. Догоняй. Ого, здесь прямые отрезки такие прям жесткие. Окей, интересно, ребята, будет, но кто быстрее? У меня 240, 250, 260, 270, 280, 300. Так, как там по скоростям? Мне надо клюв сломать. Но это можно. Вот это да, спереди который. Для этого Диман есть у нас, как правило. Нормально. Да не. Ему там спуск, глянь. Ему там спуск. Он хороший, на клюв мешает, он тормозит, просто тормозит. Бочком, 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 бочком. Вы видели, как я сейчас заложил?
Охренеть. Короче, я прыгать не буду, все-таки да, у меня одиночный болид. Прыгать, ну его нафиг, да, реально, потому что что по скоростям? Так, я максималку не пробью, но 450. 480. 500 тоже, да, что по скоростям? 540, все, максималка. Максималку пробил. Да-да-да, так же. Ёптыщ, я наконец-то клюв сломал. Играем дальше. Ой-я! И что дальше? Ёб твою! Чего? Чересчур. Так, ну я за сейв, я идеально лечу. Обернись, посмотри наверх, где я лечу. Да я видел, что ты выше. Ёб! Та-та-та-та-та! Я здесь! Я прямо на дороге! Я чуть-чуть попал, но я, короче, на дороге остался. Ема, это сейчас было вообще прям, да. Эпик. Так, ну у меня как бы все бы ничего, но, ребята, тачка реально плывучая. Я здесь немножко сзади, поэтому... Так, а, стопера, его не объехать, да, говоришь? Да, ну, его не объехать, зараза, да, его не объехать. Там труба, я смотрю, понимаю, да. Я лететь придется или что? Да, я в трубе уже. Ты в трубе? Окей. Так, я пока разгоняюсь тоже и давай. Даже на радаре не вижу уже чего. А, здесь все крутится, вертится, да, типа, или что? Е-мать. Так, давай, разгоняемся. Так, это мы сейчас здесь сюда, здесь... А, здесь нужно прям типа боком... Ага, это мы сюда, потом сюда. И так тебя вроде как вижу на радаре, но не вижу пока... Так, весь мыс полетели. Я очень круто вылетел. А, я понял, как ты вылетел, я понял, что ты упал. А, так я тоже так же, наверное, скорее всего. Или что, или застейвлюсь все-таки чуть-чуть. Застейвься! Я тебя даже не вижу. Нет, пума! И упал, понял. Так, ладно. Что ты понимал, я вот до этой зеленой долетал. Прям. А, ничего себе. Серьезно, это прям круто. Так, ну я тебя не вижу. А, да, я тебя пока вижу, но, тем не менее, ребята, я пока Юру догнать-то не могу. Это как бы меня смущает максимально. А, так, Юр, тебя на радаре. А что здесь? А, телепортом, да, что ли? А, телепорт. Где? А вот и телепорт. Возьму левый. Ой, я еще упал, я упал. Так, ты взял левый, я возьму, ребята, справа. Нормально. Я возьму справа, что у нас здесь такое? Выбор. Да? Так, а справа у меня есть какой-то байк, типа пассажир, видимо, пассажир 600 или типа того, да? Да, именно он. Так, окей, поехали. И, друзья, так, интересненькая трасса намечается у нас, так понимаю, да? Я перелетел, зараза. Ничего сложного, но у меня немножко не получается. Все, здесь неплохо, а здесь мы разгоняемся. И вот так вот неплохо. Максимальный разгон я не достаю. А, серьезно? А, реально? Ну-ка, да, я отъеду в сторону, давай, поехал. Это получается... Я, короче, ну прям долетаю уже, но... А, я бы долетел, если бы немножко бы в сторону вниз ушел, а ты... А прям тебе не хватает, да? Давай! Давай! Идеально прыгнул. Твой идеально залетел, хорошо. Да-да-да, я запрыгнул, я получилось. Я как будто, знаешь, типа колесом врезался и типа мне повезло, как-то я отрикошетил и хорошо получилось. А ты, тебе пока не получается, вижу, да. Вот когда подлетаешь, видимо, скорость падает и не хватает. Ой, идеально, вот это вот, все получилось. Да. Можно, видимо, а, ну все, здесь так вот получается и сюда. Хорошечненько это мы сейчас... Странно, Санчес бьется, на самом деле, их с турками не нравится немножко. Так, крыло это мы сейчас туда... Походу. Возможно, да. Так, но пока здесь получается неплохо. Интересненько, у нас здесь трасса на байках пошла. Но пока мне долететь. Нормально, хорошо пока получается. И мне это нравится. Так, это мы сейчас туда, это мы сейчас сюда. Это мы сейчас еще просто на одном дыхании, ребята. Просто на одном дыхании проходим. У-ху! Not bad. Потом еще сюда. Реально, да? Здесь долететь? А, я упал здесь немножко на одном дыхании. Я хорошо. Ехал на одном дыхании. Он на заднем колесе разгоняется люто, но он при этом сразу в сторону куда-то едет. А, это, ну, есть такое, да, бывает. Так, ну, здесь, в принципе, пока все без проблем получается, в общем и целом. Да, здесь пока более-менее. Один был, как бы, сложный момент, который мы прошли, и, как бы, пока особо проблем с тех пор не было. Так, это мы сейчас так вот разгоняемся. Долететь? Да, хорошо получилось. А здесь долететь тоже надо. Так, ну, а, здесь нужно типа... Not bad. Понимаю. Not bad. Так вот, опа, вот, нормально, я здесь заехал. Так, ну, в целом, если мы сейчас еще сделаем вот такие вот маневры, то тоже получается неплохо. А, здесь как? А, вот, нормально. Хорошо, да, ПСЖ хороший байк, реально хороший байк. Не знаю, что лучше, Акума там или ПСЖ, но ПСЖ хорош. Ну, Акума не для этого вообще. Ну да, видимо.
Не, более-менее засавился. Слушайте, ну прикольненький как бы отрезок гонки на байках, на сам, просто на одном дыхании проходится. Во, нифига себе, как-то сейчас резанул, прикольно получилось. Я так что врезался, вперед-назад. О, подожди, а это будет сейчас интересно, скорее всего. Давай. Во, отличненько засавился. Хорошечно получилось, отличненько. Окей, друзья, да, есть некоторые непростые элементы. А здесь как? Здесь долечу? Долетел, здесь просто листья не видно было. А, здесь нужно опять брать разгон. Если можешь, сходу не останавливайся, газу и дальше. Ну, типа, да. Там, короче, а там типа на крышу вон ту дальнюю получается. А, я долетел. Блин, ребят, ну окей, сейчас будем пробовать. Он, короче, знаешь, слоупочный байк, но он передним колесом, если цепляет, он как бы переваливается, что ли. Так, ну сейчас более-менее, вот, все получилось, нормально. Да, почти, но в принципе отсюда можно продолжить. Так, это мы сейчас проезжаем вот сюда. Слушай, ну пока получается неплохо, мне нравится. Это мы сейчас сделаем... Ну, почти получилось красиво. Так, давай-ка мы сейчас... переехал, кстати. Вот сюда, это мы сейчас туда. Так, ну в целом, ребята, получается неплохая пока трасса, поэтому... я врезался уже... в эту фигурину. Вот я тоже врезался, но я переехал. Мне кажется, этот элемент мы уже не осилим. Окей, я здесь же, где Юра. А в принципе, ну здесь, если брать разгончик хорошенький. Ну, в целом. Я упал. Я упал, так это мы еще разгоняемся. Долетаем. Чек, мы перелетаем. Ебой, отличненько, и в чек мы заезжаем. Так, выбор. Я пошел на правую. Что у нас здесь? О, неплохая тачечка. А что написано? Go to Trevor Airport. О, у тебя прикольненько РС-ка у меня. Она летает шикарно еще. А, да, да. Ну, не супер, конечно, хорошо летает, но неплохо, да. Так, аэропорт Тревор, у меня ГТР, ребята. И... А, так мы не там находимся вообще. Оу. Понимаю. Вау, нормально. Повтори. Не-не-не. Еще раз не хочу. Слушай, ну пока неплохо получается. Реально прикольненькая гонка на прикольненьких тачках. И воу. А реально Гэттер-то дрифтовый. Ты где? А ты там немножко... А ты врезался, что ли? Или что там сейчас случилось? Я в тебя же врезался и меня развернуло немножко. А, я тебя понял. Ну в целом, ребята, пока получается реально... У меня... Ну да, слушай, быстренький Гэттер. А, ну ты догоняешь, да, я тебя понял. Резко летающая. Резко летающая. Ну нет, езжай, Гэттер, Юрка догоняет. Прямо стол пенетрейшн сделал. А, понимать тебя. Ну окей, друзья, на самом деле, я надеюсь, там уже будет финиш, скорее всего. Если да, то как бы будет хорошо, потому что 220 я еду сейчас. Это максимум, который я могу. 230, а не 240 поехал. Ай, блин, я лоханулся, я хотел в халупу к Тревору поехать. Что-то я прям вообще не это. Я понял. Не раздуплился сегодня. Йо, Юра там что делает? Аэропорт. Вижу финиш. На все бабки. Фишихим. Вот, фишихим. А я с этой стороны, я считаю, раньше был. В смысле? Так не работает. Ребята, ставьте лайкусики, если такой прикольненький, угарненький ролик. Собираем 2000 лайков, выходит новенькая серия. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, ребят.